Because again, потому что опять every же, nation, every city, every church, каждая страна, каждый город, каждая церковь has a purpose, a redemptive call and purpose in God. Имеет предназначение, имеет искупительную цель. Предназначение в Боге. And it is not disconnected from the people. И это не находится как где-то отделенно от людей. God sets the boundaries and determines where you're born and where you live. Бог определяет времена и сроки вашего пребывания, где вам родиться, где вам жить. And wherever you are, и где вы находитесь, you need what's in that land. Вам нужно то, что в этой земле. And that land needs you. И эта земля, она нуждается в вас. You are not separate from the land. Вы не сами себе. Вы не... We all came forth from the dirt. Вы не отделены от земли. Мы все из праха пришли. We are together. Мы вместе. This is why in Romans 8 we're subjected in the same hope, поэтому, the redemption of all things. Поэтому и в 8 главе Римлян написано, что мы вместе подчинены, вместе с тварью, вместе с творением, и мы ожидаем искупления всего.